повлиял в одном плане точно. Это я очень быстро понял, что разговор о том, что нам нужно беречь свою маленькую крупную планету, это не просто разговор, это не ложь. Это действительно неоднозначная необходимость для всех землян, кто живет на нашей планете. Потому что планета наша действительно очень маленькая и действительно очень крупная. Когда сверху видны вот те экологические катастрофы, которые возникают, те пожары, которые иногда создают руками, собственными руками создает человек, наводнения, стихийные бедствия, понимаешь, что это очень разрушительно для нашей планеты. Естественно, это все влияет на повседневную жизнь каждого человека, который живет на нашей планете. И поэтому надо всеми возможными способами, доступными способами каждому человеку за это бороться. Знаете, вот я тогда почувствовал, вернувшись с первого полета, что если я иду по улице, бросаю бумажку в мусороборку, и она падает мимо урны, у меня внутренняя потребность поднять эту бумажку, бросить в урну, вот, не поленившись это сделать. Это маленькое, наверное, действие, которое, по большому счету, влияет на Землю. Но если это сделает каждый живущий человек на Земле, я думаю, что мы очень сильно облегчим и свою жизнь, и жизнь наших детей, внуков.